Права и свободы человека и гражданина на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Эту тему обсудил Общественный совет при Следственном управлении в рамках научно-практической конференции. То есть речь шла о промежутке времени от момента возбуждения уголовного дела до передачи его в суд. Как правило, обвиняемые по делу жалуются на действия или бездействие дознавателей, следователей и прокуроров. В 2014 году в нашем регионе с подобной претензией выступили чуть более 3,5% от общего числа обвиняемых. Крики о помощи приходят и к уполномоченному по правам человека. 10% всех обращений за прошлый год – это претензии к работе полиции и следствия. Особенно часто речь идет о необоснованном отказе в возбуждении уголовного дела. Вот у нас есть дело, которое рассматривает гражданина. Он обращается к уполномоченному по правам человека с 2012 года. Вот ко мне он обратился в 2014 году. И по моему обращению, я сегодня буду приводить этот пример, я написала в прокуратуру. И прокуратура согласилась о том и написала полиции, что нужно возбудить уголовное дело. И до сих пор оно не возбуждено. Вот с августа 2014 года.